звезда разоткровенничалась о своей личной жизни. Известная телеведущая Эвелина Блёданс заявила, что для нее идеалом красоты является голливудский актер Брэд Питт. С этим мужчиной она с радостью приняла бы ванну. Она добавила бы немного эфирных масел, соли Мертвого моря и лепестков роз. Больше по теме Блёданс призналась, что однажды утром стала похожа на жуткую особь из парка юрского периода. Звездная телеведущая пережила не самые приятные моменты в жизни. Блёданс заметила, что сегодня у нее нет никакого желания идти в ЗАГС, сейчас ей совсем не до штампа в паспорте. Недавно она встречалась с экстрасенсом, и колдунья ей сказала, что актрисе не нужно оформлять отношения с мужчиной официально. Это может ей только навредить. Актриса считает, что в браке у людей сразу же начинаются разногласия. Блёданс считает, что по своей природе она охотник. Если закоптит жертву, то сразу потеряет к ней интерес. Яркий пример – ее первый брак, который потерпел неудачу. Блёданс призналась, что в свое время участвовала в конкурсе «Ленинградская красавица». У нее была возможность улететь в Америку на студенческую стажировку, но она выбрала карьеру актрисы, сообщает StarHit.